эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день». Сегодняшний праздник мы хотим начать с письма. Так, вот. Здравствуйте, Коксик и Зубок. Здравствуйте. Здрасте. И все-все-все. Я всегда смотрю по телевизору вашу программу. Молодец. Но моя бабушка говорит, что много смотреть телевизор вредно. Ответьте, пожалуйста, права ли она? Вася Горячев, город Донецк. Какое хорошее письмо и очень своевременное. Вася, сразу тебе скажем, что бабушки всегда правы. Спорить с ними не нужно. Надеемся, что нашу сегодняшнюю программу ты вместе с бабушкой все-таки посмотришь. А значит, узнаешь много нового и интересного. Потому что сегодня особый праздник для Васи Горячего и его бабушки, для всех малышей, кто смотрит нас этим утром, для их мам и пап, которые прильнули сейчас к экранам больших и малых телевизоров. Объявляем День телевидения! Для нас это очень приятный праздник, ведь мы работаем на телевидении, и вы смотрите нас по телевизору. А значит, это и ваш праздник, дорогие друзья. Сегодня мы расскажем вам, вредно смотреть телевизор или нет, кто на телевидении работает, как попасть на телевидение, зачем оно вообще нужно. И главное, что это такое телевидение? Вот с этого главного, пожалуй, и начнем. Вызываем на связь специального корреспондента программы «Праздник каждый день», любознательную Шуню. Шуня, ты нас слышишь? Я прекрасно вас слышу и вижу. А начну свою рубрику с поздравления. С праздником, дорогие коллеги! С днем телевидения! Ага, и тебя, Шуня, с этим замечательным днем мы поздравляем. Да, и у нас для тебя вопрос необычный. Что такое телевидение? Да уж, вопросики у вас. Ответить можно или очень коротко, или так, как это делают настоящие профессора. Долго, с чувством, с толком, с расстановкой и с огромным количеством фактов. Шуня, ну ты же не профессор. У нас для таких случаев есть профессор Пифагор. Хорошо, я коротко. Начнем с того, что телевидение – слово не простое, а сложное. Оно пришло к нам из латинского языка и состоит из двух слов – «теле» и «видение». С видением все понятно, а вот словечко «теле» интересное. Это означает «далеко». Я это «теле» знаю во многих словах. Телескоп, телеграф. Молодец, Зубок, верно подметил. Так вот, если перевести это слово на русский язык, то получается, что телевидение – это далековидение или дальновидение. Если взять подзорную трубу, то можно многое увидеть очень далеко. Именно! Ведь подзорная труба – это тоже телескоп. А слово «телескоп» означает «далеко смотрю». Далеко вижу, далеко смотрю – это все понятно. Но какое это имеет отношение к нам, ну, к современному телевидению? Представь, Коксик, что сейчас вас снимают на телевизионные камеры в студии Шишкиного леса, а видят вас по телевизору ребята в Москве, Донецке или Владивостоке. Вот нас это очень далеко. Об этом я и говорю. Вас видно далеко. Это и есть телевидение. Ничего не понимаю. А почему нас видно-то? Ну, потому что развитие техники дошло до такого уровня. Вы сидите в студии, вас снимают на камеру. После этого ваше изображение превращается в специальный электрический сигнал. Какой сигнал? Ну, что-то наподобие луча света. Ничего себе превращение. Это не так просто, Коксик. Для таких превращений нужна специальная техника. Потом этот электрический сигнал по проводам поступает в домашние телевизоры. И вуаля! Снова превращается в ваше изображение, но уже на экранах телевизоров. Да, настоящее чудо! Это называется не чудо, а достижение науки и техники. В честь него и придумали специальный праздник –
день телевидения. С чем мы тебя и поздравляем, Шунечка. И я вас тоже. Надеюсь, что и вы, и наши зрители немножко поняли, что такое телевидение. С вами была корреспондентка Шуня. Доброго утра и до новых встреч! Доброе утро, друзья! Вы смотрите познавательно-развлекательную программу «Праздник каждый день» на телеканале «Радость моя». С вами ее ведущий Коксик и Зубок. Всех зрителей нашего телеканала поздравляем с Днем телевидения, который мы отмечаем сегодня. Для тех, кто все проспал, вкратце Шуня рассказала нам, что такое телевидение. Оказывается, это чудо техники и науки. Только знаешь что, Зубок, я одного не пойму. Где такие провода найти, чтобы они тянулись от Шишкиного леса до Владивостока, ну или хотя бы до Москвы? Это же далеко. Вот уж не знаю. Это получается, чтобы посмотреть нас в какой-нибудь Америке, вся земля должна быть в проводах? Ничего не понимаю. Сейчас объясню. О, профессор Пифагор, вот кто сможет ответить нам на наши вопросы. Точно, точно. Профессор, вы нас слышите? Доброе утро. Приветствую вас, дорогие друзья. Профессор, мы вас тоже поздравляем с Днем телевидения. Спасибо, очень приятно. Я вынужден признаться, профессор, что для нас это самый загадочный день в году. Мы с Зубком хоть и работаем на телевидении, почти ничего не знаем о том, как оно устроено. Ничего страшного, Коксик. Чтобы понимать все телевизионные технические хитрости, нужно изучать физику. У вас еще все впереди. Профессор, ну вы хотя бы сможете нам объяснить, как люди на Земле смотрят наши программы по телевизору, если никаких проводов из студии Шишкиного леса не выходит? Ну, конечно, Зубок. Тут важно понимать, что с того момента, как тот самый телевизионный сигнал передавался по проводам, телевидение шагнуло далеко вперед. Профессор, а как хоть выглядит этот самый телевизионный сигнал? Увидеть его невозможно. Это же электричество. Оно не имеет формы. Больше всего это похоже, на свет фонарика. Вот смотри, фонарик светит очень далеко. И с помощью специального устройства мы можем менять форму луча. Ну вот примерно так и передается телевизионный сигнал. На дальние расстояния его передают с помощью антенны. В одном месте стоит антенна, которая излучает такой сигнал, а в другом антенна, которая его принимает. А иногда телевизионный сигнал Земли принимают специальные космические спутники. Спутники обрабатывают сигнал и посылают обратно на Землю в разные страны. С помощью спутников нашу программу могут увидеть дети всех континентов. Все понятно. Значит, вот так вот и получается спутниковое телевидение. Ну, конечно. А может, и телевизоры для этого должны быть специальные такие спутниковые? Но это вовсе не обязательно. Современные модели телевизоров могут хоть по проводам подключаться, хоть сами ловить со спутников телевизионные сигналы. А вот телевизоры старых моделей вряд ли. А что же такого старых телевизоров-то не так? История телевизоров – это отдельный разговор, Зубок. Но в двух словах скажу. Первые телевизоры были очень громоздкими аппаратами, а экран у них был малюсенький. Да уж, устанешь присматриваться вот к такому. Конечно. Но конструкторы предусмотрели одно устройство. Были такие телевизоры, которые назывались КВН. У них перед экраном стояла большая линза, в которую наливали воду.
Эта конструкция была большой лупой, увеличительным стеклом для изображения, которое транслировалось на экране. А телевизор с увеличительным стеклом – вот потеха! Зато теперь нашу передачу можно смотреть в любом компьютере и даже прямо в мобильном телефоне. Технический прогресс развивается. Кто знает, может, через несколько лет телевизор будет помещаться, ну, вот, прямо в страничках азбуки или детской энциклопедии. О, это интересно. Открыл книгу, и тут же можешь посмотреть интересную телепередачу на нужную тебе тему. И читать ничего не надо. Коксик, я бы тебе не советовал забывать о чтении. Это очень важно, самому читать хорошие и полезные книги. Хоть учебники, хоть энциклопедии. Да я понял, профессор. Спасибо вам большое, профессор Пифагор. Это был очень интересный рассказ. И вам, друзья, спасибо. Всего доброго. И еще раз с праздником вас. Всем, кто только что проснулся, мы говорим здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Радость моя» и познавательно-развлекательную утреннюю программу «Праздник каждый день». Сегодня праздник телевидения. Пока вы спали, мы выяснили, что такое телевидение, телевизионный сигнал и почему так происходит, что мы снимаемся в студии Шишкиного леса, а вы в это время смотрите нас, ну, например... В Рязани. Сегодня и для нас, тех, кто работает на телевидении, и для вас, ну, тех, кто смотрит наши программы, и не только, большой праздник! Так поздравим же друг друга какой-нибудь песней! Нигде красивее куклы, нет нигде наряднее куклы. Обойдите прилавки, витрины. Я девочка Мальвина, я девочка Мальвина. Со мной дружны Пьеро и Буратино. Я девочка Мальвина, я девочка Мальвина. Со мной дружны Пьеро и Буратино. Ручки чисто-чисто, мою щечки чисто-чисто. Всех мальчишек заставлю умыться. А если ты грязнуля, а если ты грязнуля, с таким совсем не буду я водиться. А если ты грязнуля, а если ты грязнуля, с таким совсем не буду я водиться. Золотой нашли мы ключик, он всех кукол исполнит желания. Но в сказке ждут Мальвину, Пьеро и Буратино. Я в сказку возвращаюсь, до свидания. Но в сказке ждут Мальвину, Пьеро и Буратино. Я в сказку возвращаюсь, до свидания. Вы еще не забыли, что в эфире познавательно-развлекательная передача «Праздник каждый день»? Сегодня мы отмечаем особый праздник – День телевидения. Праздновать в этот день могут все – и телевизионные деятели, и телевизионные зрители. А как отпраздновать этот день, а?
Я думаю, что именно сегодня нужно смотреть телевизор с утра и до вечера. Это же так интересно смотреть телевизор. Я когда смотрю телепрограммы, забываю все на свете. Мои любимые передачи по телевизору. Зубок, это... зубок, остановись. Ну что ты заладил? Телевизор, телевизор. Думаешь, нет других дел, кроме того, ты забыл, с чего мы начали? Ну с чего? С письма Васи Горячего. Бабушка которого убеждена, что детям вредно смотреть телевизор. Вот, правильно. Ну мы же уже сказали, что... С бабушками не спорят. Ну, с бабушками не спорят, это всем понятно. Но до сути-то мы так и не добрались. Вредно или не вредно, вот в чем вопрос. Коксик, ты меня совсем запутал. Да, я и сам, кажется, запутался. Так. Ой, что делать? Надо спросить тетушку Матильду, да. Точно, она сова ученая, обязательно что-нибудь посоветует. Тем более, что и правда пришло время для урока в школе вежливости. Да. Матильда Леонардовна, вам слово. Спасибо. Всех поздравляю с днем телевидения. Это очень важное умение самому что-то решать и отвечать за свои поступки, в том числе за просмотр телевизора. Сегодня существует огромное количество телевизионных каналов. Порой, просматривая их, так легко забыть о важных делах, о близких людях и друзьях. Ага. Я однажды так засиделся у телевизора, что не заметил, как день прошел. А вот за это я тебя похвалить не могу. Да, по телевизору иногда показывают очень полезные программы. Сказки, истории, мультфильмы для детей и телелектории для взрослых. Но бывают программы, которые не только детям, но и взрослым лучше не смотреть. Я, как опытная телевизионщица, могу сказать, что они сделаны неинтересно, и информация в них сильно искажается, и вреда они приносят больше, чем пользы. А мы, настоящие ученые, очень не любим, когда по телевизору преподносят неправильные и ошибочные сведения о чем-либо. Так что ответить Васе и другим ребятам, которые спорят с бабушками? А ответит так: телевизор смотреть можно, но не более пары часов в день и только лучшие, проверенные программы. Я рекомендую телеканал «Радость моя». Там много интересного и для детей, и для бабушек, и для мам, и для пап. Но ни в коем случае не забывайте читать книги, друзья. Вслух, про себя, в уединении. И друг другу. Хорошие книги вас учат добру. Как хорошо сказано. Спасибо, тетушка Матильда. Всегда рада помочь. Приветствуем вас, друзья. Всех, кто нас давно смотрит. И всех, кто только что присоединился. Напоминаем, что в эфире познавательная развлекательная передача «Праздник каждый день». А мы ведущие этой передачи. Я Коксик, и вот это Зубок. Мы поздравляем вас с сегодняшним праздником. Днем телевидения! Если вы пропустили урок тетушки Матильды, я напомню, что она посоветовала смотреть по телевизору только хорошие программы и не более 2 часов в день. Ведь вокруг столько всего интересного. Да уж. Можно, например, порисовать, поиграть в подвижные игры или почитать. Правильно. А сейчас, я думаю, самое время объявить рубрику «Дети читают стихи». Телевизор вместе с нами смотрит наша киска. Видит мышку на экране, мышка вроде близко. Мог бы славный быть обед, только хватит, а мышки нет. Друзья, напоминаю, что в эфире познавательная развлекательная передача «Праздник каждый день». Сегодня праздник телевидения. Кокси, а? Как-то мы с тобой неправильно отмечаем праздники. Не умеем. Надо всему учиться. А как же, по-твоему, надо отметить день телевидения? Мне кажется, мы-то прекрасно устроились. В этот день нас с тобой с утра показывают по телевизору. Ну и чего плохого? Ой, Кокси, плохо, что мы в этот день не выучили ни одной хорошей песни. Так это никогда не поздно сделать, Зубок.
Музыкальная пауза! Хочется сказать... Пока не знаю. Хочется сказать, что телевидение — это очень полезное изобретение. Потому что оно может быть интересным, добрым, радостным. Оно может нас воспитывать, развлекать, обучать. Ой, поддерживаю тебя, Коксик. Другого телевидения нам и не нужно. Согласен, Зубок. Думаю, на этих словах можно и завершить нашу программу. Тем более, что время вещания нашей познавательно-развлекательной передачи «Праздник каждый день» подходит к концу. До встречи! До свидания!